Здравствуйте! В эфире телеканала «Айтон ТВ» программа «Тема дня». Мы начинаем специальный выпуск, который эти специальные выпуски мы ведем уже 2 недели с момента начала войны в Украине. В студии я ведущий Александр Гурарье. Сегодня у нас довольно насыщенная программа. Мы поговорим сейчас о последних событиях, что происходило вот в данную минуту на фронтах. Извините, так приходится говорить это слово, и самому странно, что я это произношу. А потом мы побеседуем, вот у нас уже подключается на линии с границей между Украиной и Молдовой представитель Министерства иностранных дел Израиля Ольга Слов, которая занимается эвакуацией беженцев. И дальше у нас еще обширная программа. Ну и так, последние новости. Сегодня 18-й день вторжения. Американцы заявили, что срочно направят в Украину стрелковое оружие, противотанковые, зенитные ракеты на $200 миллионов. Владимир Зеленский сообщил накануне Нафтали Беннету, премьер-министру Израиля, что согласен провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Ну, как говорится, осталось уговорить Ротшильда, согласится ли Путин приехать в Иерусалим для того, чтобы провести переговоры с Зеленским. Происходит вот последние, так сказать, минуты на 15:30 у меня последняя информация в Ирпене под Киевом. Это израильские СМИ, портал «Детали» израильский. Под Киевом в результате российского обстрела убит известный американский режиссер и журналист Брент Рено. Об этом сообщил начальник полиции Киевского округа. В воскресенье молитвы на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский резко осудил войну, резко осудил агрессию. Жители, охваченные войсками Херсона, вышли на акцию протеста. Аналогичные акции протеста проходят в Бердянске и в некоторых других городах. Губернатор Львовской области сообщил, что жертвами ракетного удара по центру миротворчества и безопасности в Яворе стало 35 человек. 134 человека госпитализированы. Глава Мелитопольского райсовета Сергей Прима при обыске был задержан российскими военными. Подобным образом раньше был задержан мэр города Иван Федоров и также некоторые активисты. Ну, мы продолжим сообщение с театра боевых действий. А сейчас я повторяю, с нами на связи из Могилев-Подольска, с границы между Украиной и Молдовой, Ольга Слов, представитель Министерства иностранных дел, в недавнем прошлом генеральный консул государства Израиль в Санкт-Петербурге. Ольга, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Мы неоднократно с вами беседовали, когда вы были генеральным консулом, и о культурных мероприятиях, о кинофестивалях и прочем. И если бы кто-нибудь пару месяцев назад сказал бы мне, что мы будем с вами беседовать, так сказать, с театра военных действий, что вы будете разговаривать со мной с границы, я бы это, конечно, ни во что никогда не поверил. Сейчас мы проверяем, по-моему, прервалась связь. Ольга, вы с нами? Да, я с вами. Здравствуйте. Да, отлично. Еще раз. Да, я просто почему-то вас не вижу, у меня другая заставка. А Ольга, расскажите, пожалуйста, где вы находитесь и чем сейчас занимаетесь? Я нахожусь сейчас на пограничном пункте Могилев-Подольский. Это пограничный пункт между Украиной и Молдовой. Нахожусь я с молдавской стороны. И здесь я со своим коллегой Цви Миркиным уже в течение 2 недель, уже пошла 3-я неделя. Наша функция заключается в том, что мы помогаем израильтянам, у которых есть проблемы, во-первых, с проездными документами, а во-вторых, просто скоординировать, помочь советам, направить. И кроме израильтян, надо сказать, что есть очень много евреев, которые выезжают с территории Украины. Им помогают выехать очень большое количество различных волонтерских организаций, еврейских организаций. И, в принципе, единственные вот представители Израиля на пограничном пункте – это мы с моим коллегой. И в наши функции также входит как-то скоординировать и принять эти автобусы. Большое количество людей приезжает на автобусах. В основном это женщины с детьми, это пожилые люди, это инвалиды. Встретить их, разъяснить им, куда они продолжают свой путь дальше, успокоить немножко. Люди приезжают в очень непростом состоянии. Многие ехали из реальных мест боевых действий под обстрелами, под бомбежками, с закрытыми, с выключенными фарами и так далее. Люди действительно приезжают очень, очень напуганные, очень волнуются.
Ну, в какой-то степени даже функции психолога мы берем на себя, чтобы немножечко успокоить и разъяснить, что людей ждет, ожидает дальше. Скажите, а как эти люди попадают вот на этот пограничный переход? Мы беседовали несколько дней назад с представителями Сахнута на той стороне, как бы на пограничных переходах с Польшей. Нам рассказывали, что там большой участок пути, людям приходится идти пешком, что там идут прямо вот с вещами по снегу и так далее. То есть люди, которые попадают к вам, а откуда в основном это, из каких городов, вы не могли бы сказать? Мы видели, встречали здесь людей, которые ехали из самых разных городов. Это Днепропетровск, и Запорожье, и Харьков, и Винница. И, насколько я понимаю, есть определенные организации, еврейские, синагоги, которые организуют при помощи волонтеров колонны автобусов, собирают людей из разных мест и вывозят их, довозят их до границы. Здесь, как правило, их встречают автобусы других организаций. Иногда это вот очень много мы работали с организацией, которая называется Christian Friends of Israel, то есть христианские христиане-друзья Израиля. А, это евангелистские организации, да? Очень много автобусов. Ну да, они везут людей и в Бухарест, и в Кишинев, с тем, чтобы... Ну, многие очень люди хотят сделать репатриацию, и есть представители натива в Кишиневе, есть представители натива в Бухаресте. Люди приезжают туда, встречаются, проходят консульскую проверку, и потом садятся на рейсы в Израиль. Есть рейсы, которые организуют организация Ихуда Цела, есть рейсы, которые организуют Керен Лейдидут. Очень много задействовано организаций и волонтерских, и более таких серьезных государственных. Надо сказать, что не всегда работа это слажена, но это понятно, потому что условия совершенно из ряда вон выходящие. И мы вот берем на себя эти функции, как-то немножечко свести концы с концами, найти тех, кто ответственный за ту или иную вещь, и помочь людям. Пока у нас это получается, я надеюсь, неплохо. Ольга, скажите, а вот вы общаетесь с людьми, какие-то впечатления, какие-то рассказы, то есть как люди добираются, как они до этих автобусов добираются, какие-нибудь истории, приходилось вам сталкиваться? Ну, как я сказала, люди рассказывали о том, как они ехали под обстрелами, о том, как они ехали из разбомбленных домов, о том, как автобусы ехали с выключенными фарами в ночное время, потому что очень опасно было ехать нормально, о том, как было полицейское сопровождение с ними, которое тоже как бы давало очень такое небольшое чувство уверенности. Ты лучше, чем ничего, но все равно было очень-очень страшно. Ну, люди зачастую приезжают очень напуганные, очень в тяжелом душевном состоянии. А вы находитесь по какую сторону границы? То есть ваша группа, вы принимаете на украинской стороне или вы принимаете на стороне молдавской? Мы находимся на молдавской стороне. У нас нет аккредитации в Украине, поэтому украинская сторона не пропускает нас на территорию Украины. Но, тем не менее, мы наладили очень хорошие связи, имеем хорошие, очень рабочие связи с пограничниками с украинской стороны тоже. И я должна сказать, что вот это вот сотрудничество как с пограничниками с украинской стороны, так и с пограничниками с молдавской стороны, оно очень помогает, очень помогает. Они входят в положение, они понимают, что люди проходят, откуда они выезжают, они пытаются помочь всеми своими силами. И это очень, очень важно. Скажите, а вот на стороне, так сказать, на той стороне, где вы находитесь, там развернут какой-то палаточный городок, там есть какие-то пункты, где людей принимают, там кормят и так далее? А на пограничном пункте Могилев-Подольский такого городка нет. Он есть на юге Молдовы, там есть пограничный пункт Паланка. Там такой палаточный лагерь развернут. Здесь у нас есть волонтеры, местные волонтеры, которые организуются, которые предоставляют людям, которые
прошли только что границу, какое-то небольшое место, где можно перекусить, выпить кофе, обогреться, потому что на самом деле погода очень холодная все последние дни. Они помогают зачастую с ночлегом, они помогают найти транспорт, чтобы добраться до Кишинева или до какого-то другого места, смотря туда, куда, от того, куда людям нужно попасть. И мы были на нескольких пропускных пунктах на севере Молдовы. Мы везде встречали таких волонтеров, мы встречали сотрудничество между волонтерскими организациями и пограничной полицией, как раз вот на эту тему, чтобы помочь беженцам, помочь им найти транспорт и так далее. И это, конечно, согревает сердце, потому что есть люди, которые действительно помогают. Ольга, спасибо большое, спасибо вам, так сказать, сил, причем и физических, и душевных. Я понимаю, что ситуация действительно экстраординарная, то есть вы попали в такую обстановку, в которой, наверное, не доводилось никогда бывать, и дай бог, чтобы не пришлось в будущем. Возвращайтесь, когда все это закончится, мы ждем вас, и, надеюсь, еще свяжемся с вами, когда вы будете там. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с Ольгой Слов, дипломатом, в недавнем прошлом генеральным консулом государства Израиль в Санкт-Петербурге. Сейчас она находится на пограничном переходе Могилев-Подольск с группой израильских дипломатов, которые оказывают помощь беженцам, которые пересекают границу. Мы сейчас, ну, несколько слов я скажу, что произошло за эти вот последние минуты, которые мы отсутствовали, так сказать, на новостных лентах, а потом мы побеседуем с иронистом Владимиром Месамедом, доктором Владимиром Месамедом, и поговорим о ситуации вокруг Ирана. Вы знаете, что сегодня, точнее ночью, Иран произвел запуск баллистических ракет, был обстрелян населенный пункт, находящийся на территории Ирака. Ракеты попали в консульство Соединенных Штатов, ну и там вокруг тоже. И мы поговорим о том, что же это происходит и к чему это может привести. То есть мы знаем, что параллельно ведутся переговоры в Вене, точнее, переговоры эти сейчас временно как бы застопорились в связи с определенными условиями, о которых мы тоже поговорим сейчас с доктором Владимиром Месамедом. А пока я прочитаю вам, что происходит и какие события произошли в последнее время. Я пользуюсь израильскими источниками. Это портал «Детали», портал «Вести». Сейчас перезапустимся, что самое последнее. Правительство Украины создало координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Возглавил этот штаб вице-премьер Ирина Верещук. А президент Зеленский заявил, что возникла необходимость в подобной структуре из-за большого числа пленных российских военнослужащих. Раньше был сайт специальный, где собиралась эта информация. Сейчас вот разговор идет о том, что нужно создавать какие-то большие палаточные лагеря, потому что нет места, где, так сказать, содержать этих военнопленных. Мелитополь. Глава Мелитопольского райсовета Сергей Прима после обыска был задержан российскими военными. Да, это мы уже как бы говорили. Британская разведка сообщает, что российские войска пытаются окружить украинские силы на востоке Украины, а продвигаясь со стороны Харькова на север и Мариуполя на юге. Помимо этого, российские войска со стороны Крыма пытаются окружить Николаев, двигаясь, видимо, на запад в сторону Одессы. Россия платит высокую цену за каждое наступление, поскольку вооруженные силы Украины продолжают оказывать стойкое сопротивление. BBC сообщает, что военный полигон в Яворово, пригороде Львова, на границе с Польшей, подвергся ракетному обстрелу. По данным командования полигона, известного также как Международный центр миротворчества и безопасности, по нему было выпущено 30 ракет. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на объекте, который находится в 10 километрах от польской границы, работают иностранные военные инструкторы. Сообщается о 9 погибших и не менее 57 раненых. А Reuters раньше сообщил о 19 автомобилях скорой помощи с сиренами, которые направлялись в сторону полигона. А Генеральный штаб военных сил Украины сообщил, что потери российской армии составляют более 12 тысяч человек убитыми и пленными.
уничтожено 374 танка, 1226 боевых бронированных машин и 140 артиллерийских систем, а также 62 единицы реактивных систем залпового огня, 34 средства ПВО, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, 3 корабля, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, а также 7 беспилотников оперативно-тактического назначения. Российский сайт «Коммерсант» сообщает, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: «Россия и Украина приближаются к компромиссу. По его мнению, встреча президентов России и Украины может состояться, когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а делегации закончат свою работу». Мы уже говорили в начале нашей программы, что поступило предложение о проведении такой встречи в Иерусалиме. То есть это, в общем, такое знаковое место, так сказать, святой город для всех религий. Если это получится, то как бы Израиль создаст все условия для проведения такой вот конференции. РИА Новости сообщает, что пресс-секретарь Минобороны Игорь Коношенков, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатная, Владимировка, Павловка и Никольска. По его словам, в Никольском на территории православного Свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря бойцы батальона «Айдар» удерживали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. Никто из них не пострадал. С 24 февраля выведены из строя 387 украинских военных объектов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий: Россия нанесла авиаудар по Ивовскому военному полигону в 30 километрах от города. Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах, которые слышали жители Львова. Сейчас к нам подсоединился доктор Владимир Месамед, сотрудник Иерусалимского университета. А мы продолжаем программу «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Владимир, добрый вечер, здравствуйте. Я бы хотел начать с того, мы, в общем-то, ровно неделю назад мы с вами беседовали об этих переговорах, которые, так сказать, проходили в Вене, и сейчас возникла ситуация, что в связи с дополнительными требованиями, которые выдвинула Россия, многие считают, что подписание этого договора, если оно, так сказать, состоится, то оно состоится не в ближайшем будущем, потому что эти требования весьма и весьма сложно выполнить. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь? Речь идет о том, во-первых, для начала скажем, что все последние недели идут вбросы информации о том, что договор СВПД, его называют сейчас СВПД-2022 в последнее время, что он уже готов к подписанию, об этом заявлял Иран, об этом говорили американцам, об этом заявлял как бы такой своеобразный рупор иранской делегации, глава российской делегации на этих переговорах Михаил Ульянов, и все говорили, что все готово, уже готовы к подписанию, все согласовано, и, правда, никакой информации о том, что же будет это за договор, не поступало. Но оказалось, что вот в самые последние дни ситуация выясняется, причем как бы с такой нулевой уверенностью. То есть вот вы помните, что примерно неделю назад глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что подписание договора должно учитывать интересы всех сторон. Это, в общем, вполне нормальное положение, так обычно всегда бывает. И тогда, собственно говоря, разгорелась некая полемика, но вот эта полемика была остановлена остановкой подписания договора, которая была выражена в минувшую пятницу главой дипломатии Европейского Союза Боррелем, который является одновременно главой делегации объединенной делегации ЕС на этих переговорах. Он сказал, что сейчас подписание договора останавливается в связи с тем, что вот в соответствии с заявлением Попова должны быть, Лаврова, простите, должны быть действительно учтены интересы России. В чем же эти интересы? Собственно говоря, в последнее время возникали споры по поводу того, как отразится события в Украине на том, когда будут подписаны соглашения. Все соглашались с тем, что, по всей видимости, это соглашение СВПД будет подписано как можно быстрее, чтобы не мешать решать очень крупный вопрос, вопрос урегулирования на Украине. Но оказывается, другим боком
можно так выразиться. В принципе, это сказывается на подписании, но совершенно с другой стороны. А с той стороны, что Россию обложили сейчас такими громадными санкциями, что вот сегодня, например, ряд средств массовой информации писали, что Иран даже не обложили. То есть Иран, который 50, почти 42 года копит свои санкции, даже его не обложили такими санкциями, которые в последнее время подверглась Россия из-за своего вторжения на Украину. И вот оказывается, что Россия боится и высказывает это мнение уже как один из подписантов СВПД, что если договор будет действительно подписан СВПД, то и он будет реализовываться, то начнется экспорт иранской нефти, и, собственно говоря, этот экспорт иранской нефти, он в определенной мере погасит тот недостаток в экспорте энергоносителей в Европу, который связан с тем, что Россия обложена санкциями. И поэтому, собственно говоря, Россия присматривается к тому, что было, и она пришла к выводу, что действительно, если рынок поглотит, на него выйдет одновременно примерно минимально 2 миллиона баррелей нефти в день, то, собственно говоря, это могут быть поглощены те недостатки в нефти, которые ощущает сейчас Европа. И поэтому России вряд ли выгодно вот такой вброс иранской нефти и вообще нефти на западном направлении, поэтому Россия просит учесть ее интересы и определенным образом пока не спешит с подписанием этого договора СВПД, как мы его называем, СВПД-2022. Но дело в том, что сейчас, собственно говоря, создалась еще временная такая пауза, связанная с тем, что в Иране грядет Новый год, он придет 20-21 года. Марта этого года, это будет 1401 год по иранскому календарю, и в это время жизнь в Иране, в общем, замирает, политическая жизнь. Две недели не выходят газеты, не работает парламент, государственные структуры уходят в отпуск, и поэтому Иран не будет подписывать в этот период, поэтому все, так сказать, все переходит на режим ожидания, и вот с этим режимом ожидания, видимо, и будет связано то, что подписание пока не состоится. Но, может быть, это и даже на плюс, потому что, может быть, Европа еще раз глянет, что она подписывает, и, может быть, даже ужаснется тому, что долго нерешаемые вопросы снятия санкций в какой-то мере будут решены, долго не снимаемые вопросы запрета на экспорт иранской нефти должны быть решены. И поэтому, собственно говоря, в этом, может быть, есть некий плюс. Но пока ситуация обстоит вот таким образом. Владимир, а не кажется ли вам, что в данной ситуации, то есть, ну, мы знаем, что наш премьер-министр неоднократно беседовал с Путиным, он пытается стать посредником в переговорах между Путиным и Зеленским, и даже ездил, так сказать, на свидание, если можно так выразиться, на переговоры в Москву. А мы знаем, что Израиль всячески противится подписанию этого соглашения, потому что соглашение, с нашей точки зрения, абсолютно не релевантное, неправильное, потому что оно оставляет Ирану возможность продолжать разработки ядерного оружия. Тем более мы знали, что даже в период действия предыдущего соглашения, то есть они все равно потихонечку продолжали свою работу. Израиль неоднократно об этом говорил. Может быть ситуация, что вот это вот откладывание еще подписания договора, дополнительные условия, которые выдвигает Россия, это в какой-то степени еще и согласованная позиция Израиля и России в результате вот тех встреч. Ну, это уж очень конспирологическая теория, но я думаю, что она вообще имеет, так сказать, виды на существование. Возможно, так оно и было, но, может быть, даже здесь играли несколько факторов. И тот вопрос приезда, так сказать, нашего премьер-министра в Москву, хотя там было очень мало времени все обговорить. Да, извините, я хочу напомнить, что этот приезд был настолько экстренным, что премьер-министр, являющийся религиозным человеком, и второй министр, который поехал с ним, министр Зеев Элькин, тоже религиозный еврей, и они сочли возможным нарушить святость субботы и вылететь прямо в субботу утром, вместо того, чтобы дождаться, так сказать, исхода субботы и спокойно полететь вечером. То есть вот многие выдвигают всякие предположения о том, что не только украинский вопрос стоял на повестке дня и не был причиной столь экстренного полета в Москву.
Ну, возможно, потому что действительно это как бы, мне кажется, что это может быть просто каким-то дополнительным стимулом к тому, чтобы не подписывать. Хотя, мне кажется, более резонно то, что этот вопрос как раз вопрос экспортных поставок, этот вопрос нефти, который определенным образом вредит интересам России, поэтому Россия, хотя она обладает достаточно нормальными отношениями с Ираном, и я думаю, что на этом направлении ведь положительно сыграл свою роль, наверное, и визит иранского президента в Москву. Они там очень долго беседовали, и может быть, тогда были заложены основы какой-то новой стратегии. Но вот эта новая стратегия и такая сиюминутная тактика, они сломались вот на этом вопросе, на вопросе того, что должны быть учтены интересы России, и, может быть, учитывание интересов России, оно как раз в этом и преломляется. Вот визит Беннета, он был как бы дополнительным штрихом вот как раз в этом направлении. Ну и давайте тогда перейдем к самым последним событиям. То есть Иран обстрелял ракетами, так сказать, большими ракетами, обстрелял территорию Ирака. Ракеты попали в здание консульства Соединенных Штатов. Правда, это здание было новое, там не было еще сотрудников, то есть здание повреждено, но жертв и пострадавших среди работников консульства нет. А на ваш взгляд, это тоже связано с переговорами, вот эта атака. Это связано с тем, чтобы как бы подсыпать перчика вот в этот вот супчик, который варится в Вене, который сейчас практически не варится, а медленно даже начинает остывать. Я как раз думаю, что здесь с переговорами в Вене это не связано, а это связано с более глобальной задачей. Иранцы давно уже, наверное, в течение 2 лет говорят о том, что необходимо последовательно реализовывать акты мщения. То есть в Иране, вы если посмотрите на последние 2 года, ведь исчезли достаточно серьезные игроки в иранской политике. Это генерал Сулеймани. Генерал Касем Сулеймани, это главный иранский специалист по атомной проблеме, это ряд других, может быть, более малого калибра деятелей Корпуса стражей Исламской революции. И возьмем, собственно говоря, последние обстрелы, в которых тоже погибли несколько достаточно высокопоставленных генералов иранского корпуса стражей Исламской революции. Поэтому это как раз может быть акт мщения именно за это. Тем более, что по-настоящему, ведь Касем Сулеймани до сих пор не отомщен, иранский главный физик-ядерщик до сих пор не отомщен, но и масса других. Поэтому, может быть, они нашли как раз сейчас паузу, в которой внимание мировой общественности привлечено к другим объектам, и вот решили вот здесь выполнить, а потом уже об этом объявить. Но, насколько я знаю, там ничего серьезного, никаких серьезных успехов не достигнуто. С другой стороны, мне кажется, нужно учитывать и то, что это объект американский, и американцы уходят сейчас с Ближнего Востока, и поэтому, может быть, и иранцам захотелось как бы насолить и вот здесь, учитывая, что уже силы американцев иссякают, поэтому определенным образом сделать здесь эффект мщения, тем более, что этот эффект мщения, он учитывает и то, что это мщение реализовано в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Иранцы давно имеют, скажем так, зуб на иракский Курдистан, поскольку он в свете, скажем, реализуемой Ираном политики шиитизации Ирака, он всеми силами этому противится. Кроме того, ведь вы знаете, что район иракского Курдистана – это автономный район по официальной его градации, автономный район иракского Курдистана, который давно уже не подчиняется центральному правительству и стал своеобразной такой американской марионеткой. Поэтому они решили ударить туда, посмотреть, что из этого может быть, потому что нужно все же определенным образом с иракского тело срезать вот этот вот нарост, этот иракский Курдистан, который давно уже ведет прозападную политику, пытается выделиться из состава Ирака, и, может быть, этим они хотели прощупать, насколько они крепки. Но в любом случае это состоялось, и мне кажется, что это очень серьезное такой акт терроризма, который в определенной мере подтверждает то, что проходящие сейчас в Вене переговоры, они
не затрагивает этот вопрос как раз иранского терроризма. Ведь когда начинались переговоры, хотели включить туда не только атомную проблему, но хотели еще две проблемы включить. Это проблему ракетной программы Ирана, и все от нее открестились, все не согласились, хотя иранцы очень жестко это ставили, хотя Европа ставила вопрос очень жестко. И второй вопрос – это вопрос участия Ирана в различных террористических актах по всему региону Ближнего Востока. И вот этот вопрос не поднимают, его оставляют, в общем, как бы за скобками, и на самом деле в связи с этим вот в последнее время заметны террористические акты и на территории Ирака, и силами, скажем, хаусидов, которые являются в определенной мере пятой колонной Ирана в Йемене, и силами различных милиций и так далее. Поэтому, в общем, Ирану показывают, что этот вопрос не решается, то есть вопрос серьезных санкций против Ирана и по части ракетной программы, и по части помощи террористическим организациям, это большая ошибка, которая должна была бы решена вот сейчас, но она опять в договор СВПД не входит. Ну и вопрос ракет, это же средство доставки, то есть когда говорят об ограничении иранской ядерной программы, то есть как бы так и напрашивается, что нужно накладывать ограничения и на средства доставки, а их как бы оставили в стороне. Владимир, а я еще хотел уточнить такую вещь, вот не кажется ли вам, что вот эта атака, которую произвели иранские силы на территорию Ирака, она немножко напоминает мне, вот мы говорили с вами о гибели, об ликвидации Сулеймани, если вы помните, тогда иранцы ответили, они ответили не сразу, они ответили через какое-то время, но они нанесли удар по военной базе Соединенных Штатов в Афганистане. Причем они сделали это очень интересно, они выбрали время, когда там минимальное количество людей, они через по своим каналам предупредили, что будет нанесен удар, американцы вывели все оттуда войска, они громко хлопнули по этой базе, по пустым, так сказать, баракам, да, и радостно отчитались перед своими, так сказать, внутренними избирателями о том, что вот смотрите, мы проклятым американцам отомстили, видите, базу разбомбили. Да? А не кажется ли вам, что в настоящий момент происходит нечто подобное? То есть они как бы ответили, они утверждают, что они отомстили за гибель двух своих вот этих вот высокопоставленных офицеров в Сирии, которые погибли в результате атаки Израиля, но в то же время они выбрали наименее уязвимый, так сказать, пункт, чтобы, не дай бог, не пострадали граждане Соединенных Штатов. Ну, там погибли определенное количество курдов, немного, но это как бы с точки зрения Ирана это в стороне находится, да? А вот американцы не пострадали. То есть, типа, вот мы опять обозначили действия, да? То есть мы опять как бы ответили, вот смотрите, обращаются они к своей внутренней аудитории, да, смотрите, вот мы такие сильные, вот мы как американцам хвост прижали. А на самом деле это ничего, чтобы, не дай бог, не вызвать ответную реакцию американцев. Ну да, конечно, они не хотят сейчас ответной реакции, понятно, да, потому что, во-первых, идут переговоры, они не хотели бы возбуждать американцев, они только что вроде бы согласились уже подписать, поэтому не нужно. Поэтому да, вроде бы и была такая акция возмездия, с другой стороны, она ни к чему не привела, но она обозначила, что иранцы по-прежнему настаивают на том, что необходимо какое-то мщение, но нужно его делать цивилизованно, так сказать, как делает это, я уже говорю, как делает такие вещи Израиль, заранее предупреждая. Владимир, ну а на ваш взгляд, какая-то реакция со стороны американцев последует на эту атаку? Или как бы они тоже приняли правила игры, они оценили то, что иранцы сделали это деликатно, вежливо и, так сказать, практически без потерь для американцев, или все-таки они ответят? Ну, я думаю, что, может быть, они и ответят, но дело в том, что в последнее время и иранцы, и, наверное, и американцы, они менее в этом замечены, они как бы, когда делают акты мщения, они стараются их делать малой кровью. Если бы вы вот привели пример бомбежки, как бы в определенной мере акции отмщения, которая была в Афганистане, но ведь самая первая акция отмщения как раз после убийства Сулеймани, она была совершена как раз на территории Ирака, причем тоже была американская база, но там выбрали время, по-моему, когда там никого не было, и поэтому о серьезных как бы результатах всего это, серьезных потерях сообщений не было. Поэтому это, наверное, единая тактика, которой поддерживаются и те, и другие. И тут мы можем сказать, что вот эта вот круговая порука в виде венских переговоров, она
в определенной мере тормозит очень серьезные потери в регионе Ближнего Востока, потому что всем, видимо, так надоело вот этот договор, который уже столько лет, он вначале 12 лет шел до первого, теперь он идет уже 7 лет после подписания, и на последней стадии уже год идут переговоры в Вене. Понятно, что это уже в определенной мере создает некую усталость, и именно, может быть, усталостью будет, будет как раз определяться то и обосновываться то, когда мы увидим, какой действительно договор вышел из-под пера подписантов. Потому что ясно, что это будет не тот договор, которого ждут, не тот договор, которого ждет Израиль, и не тот договор, который может действительно обеспечить остановку Ирана на пути продвижения к ядерной бомбе. Тем более, что за период после ухода и Соединенных Штатов из этого договора и после постепенного выхода Ирана, он достаточно далеко продвинулся к своей, в общем, заветной цели. Владимир, спасибо большое. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Я напоминаю, что мы беседовали с иронистом, доктором Владимиром Месамедом, сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме. Спасибо большое, Владимир. А наша программа продолжается. Я просто как ремарку хочу обратить внимание ваше. Вы понимаете, вот мы беседуем о том, вот сейчас мы только что говорили с доктором Месамедом о том, что иранцы ударяют, как бы отвечают американцам, но отвечают как бы понарошке. Понимаете, это свойственно не только иранскому режиму. Очень многие государства, очень многие правительства используют, так сказать, пиар-ходы, которые направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию. То есть они делают информационный вброс, так сказать, при помощи своих, так сказать, средств массовой информации, телевидения, радио, там, про правительственные сайты. Народ на эти вбросы ведется, а на самом деле на международном-то арене все понимают, что это ерунда, это вот, так сказать, для своего стада, да, а на самом деле это чисто такое вот обозначить действие. Ну что ж, мы сейчас пытаемся связаться с адвокатом Михаилом Левитом, и поговорим мы сейчас на очень интересную тему. Дело в том, что посол, чрезвычайный полномочный посол государства Украина в Израиле, подал при помощи, разумеется, адвокатов в Высший суд справедливости Израиля иск против правительства Израиля. Это звучит немножко странно, это звучит парадоксально, что посол страны подает в суд на ту страну, где он находится, где он является послом. Это несколько странно, но тем не менее, значит, мы сейчас с адвокатом поговорим о том, что же за этим стоит. Я сейчас быстренько пробегусь пока по последним, так сказать, сообщениям. Но вот про Львов мы сегодня еще не говорили. Два сильных взрыва в утренние часы были во Львове, сообщили украинские СМИ. Позже было уточнено, что в направлении Международного центра миротворчества было выпущено 30 ракет. Да. Вот сейчас мы пытаемся связаться с адвокатом Михаилом Левитом, специалистом в области израильского права. Вот Михаил появился. Михаил, здравствуйте, мы в эфире. Да, все отлично, мы вас видим. Да, чуть-чуть левее сместитесь, пожалуйста, чтобы быть по центру кадра. Чуть-чуть влево сместитесь, вы будете по центру. Да, 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 лево это сюда. Картинка должна быть красивая всегда. Ну и это главное, чтобы мы вас видели, а вы нас слышали. Михаил, я обращаю к вам вопрос, который я уже, так сказать, вкратце изложил нашим уважаемым зрителям. Мы говорим о том, что посольство Украины в государстве Израиль подало иск в Верховный суд Израиля, Высший суд справедливости, против государства Израиль, против правительства Израиля. Поясните, пожалуйста, во-первых, о чем идет речь, что за иск, ну и дальше мы поговорим, к чему это может привести и вообще, что это такое. И смотрите, чем больше проходит время, и есть разные отзывы, что в принципе это не посольство Украины подало иск, а иск это частный иск адвокатского офиса, а посольство Украины вроде бы присоединилось или поддержало его, но это не от них иск подал. Нет, это понятно, что не от них, то есть иски всегда подаются адвокатами? Не, инициатор. Заголовок. Есть истец. Истец – это не украинское посольство. Хорошо, но оно к этому иску присоединилось. В чем суть иска? Да. Суть иска в том, что есть билатериальные договоренности уже 10 лет.
договоренности, я, извините, перевожу с адвокатского языка на общечеловеческое. То есть вы имеете в виду договоренность о безвизовом режиме между Россией и Украиной. Я правильно понимаю? Правильно. Это договоренность уже больше 10 лет. Она была подтверждена правительством и внутренней комиссией. И у нас нет визового режима. Это не говорит, что все, кто приезжают на Украину или в Израиль, их пускают. Нет. Каждая страна имеет право делать какие-то проверки, какие-то есть критерионы. Но, в принципе, въезд безвизовый. Кстати, многие даже не обращают внимания, когда они въезжают в Израиль, им дают маленькую карточку. Это и есть виза, там есть срок. Время нахождения, сколько можно находиться в стране. То есть безвизовый режим, на самом деле, это режим тоже с визой, но эта виза вручается как бы автоматически. Но при этом при этом у пограничного контроля, да, у офицера пограничной полиции, который осуществляет, так сказать, проверку ваших документов, человека приезжающего, у него всегда есть, так сказать, возможность и обязанность проверить истинные цели этого человека, который приезжает, и определить, соответствуют ли эти цели заявленным целям. Да, если этот человек, может быть, уже приезжал в прошлом, его не пустили и так далее. Если вы помните, несколько лет тому назад, когда в Израиле ужесточили проверку людей, кто приезжают с Украины, на Украине тоже перестали, был какой-то момент, что не впустили израильтян. Так что это каждое государство суверенное. Но мы говорим о туристах, а здесь речь идет о том, что хотят или не хотят принимать какое-то количество беженцев. Это две разные вещи. Кто сказал, что все туристы, они беженцы? Ну, понятно, что сейчас, в принципе, не приезжают туристы с Украины в Израиль. Так что здесь есть какая-то игра, что, в принципе, мы всех, кто приезжает с Украины, отмечаем как потенциальные беженцы. Я не говорю о тех, кто репатрианты, которые не имеют к стране отношения. То есть, Михаил, получается ведь, еще раз я возвращаюсь вот к этому самому закону о безвизовом режиме, то есть безвизовый режим, он распространяется только на туристов. То есть человек, который приезжает, допустим, там, по приглашению там, института Вайцмана там, работать, там, писать докторат, да, он приезжает не по туристической визе, он приезжает специальные рабочие. Есть специальные визы, которые выдаются для таких вещей, там, рабочие визы, другое, да, а безвиз... Это только для туристов. Поэтому если у офицера пограничной полиции возникает сомнение, что человек приехал именно с туристическими целями, да, то он совершенно справедливо на основании действующих инструкций и законов может этого человека не пустить. Так в чем же тогда, чем же тогда недоволен, так сказать, истец? Что произошло? Что произошло? В сложившейся ситуации, в принципе, так как мы делаем какие-то квоты всем, кто приезжают с Украины, в принципе, мы говорим, что нету туристов, есть только одни потенциальные беженцы. Поэтому мы нарушили договор, который есть с Украиной, что въезд сюда, в принципе, есть безвизовый режим. Мы сказали нет, мы ставим квоту какую-то. В принципе, это квота на тех же туристов. Теперь, кто ее поставил? Ее поставил один человек, министр внутренних дел. Не правительство, не комиссия, ничего не проверили. В принципе, все, сегодня невозможно заехать туристом. У нас министр внутренних дел у нас Айелет Шакет, женщина, то есть она просто сама приняла решение, там, может быть, да, с какими-то своими советниками. А хорошо, а с вашей точки зрения, с точки зрения юридической, такие решения должны приниматься на правительственном уровне, должны быть какое-то обсуждение, или это входит в прерогативу, в должностные обязанности министра внутренних дел? Знаете, министр внутренних дел может делать определенные изменения в режиме ЧП, как сейчас то, что происходит, режим войны. Но все равно в Израиле, слава богу, нету войны, и есть правительство. И в любом случае эта ситуация уже больше двух недель. Почему нельзя было принять нормальное решение всего правительства, соответственной комиссии и так далее? Больше того, когда речь идет о 25 тысячах, из них 20 уже в Израиле. 2,5 уже въехали. Минуточку, 20 в Израиле, это мы сейчас говорим о тех украинских, так сказать, нелегалах,
которые проникли в свое время в Израиль тоже под туристической визой, и в принципе они подлежат депортации. Но сейчас министр внутренних дел говорит о том, что все, кто находится сейчас в Израиле даже незаконно, даже нелегально, даже с просроченными визами, они не будут депортированы, и они попадают вот в эту самую категорию беженцев, которые, так сказать, определены, и в эту самую квоту беженцев. Опять терминология беженцев, она неправильная. Это мы с вами называем этих людей беженцами. Беженец – это человек, который… у нас нет границы с Украиной, поэтому никак юридически, по всем конвенциям, эти люди не могут быть беженцами в Израиле. Беженец – это первая страна, куда попал человек, который вышел за пределы своей страны. То есть, а самолет, это, самолет не считается, если он вышел, так сказать, в аэропорт своей это страны? Нет, это ведь нету прямых рейсов. И все эти люди, они же не прилетели с Украины. С Киева, Они пришли через другие страны. Многие из них приезжают с Польши, с Португалии, из Германии приезжают по разным причинам сюда. Так что они не могут быть беженцами. Здесь будет какой-то, выдумают какой-то статус, какую-то категорию. Людей, которым дадут право работать. Люди, которых не будут отсюда депортировать. Хотим называть их беженцы. Пусть будут беженцы, но это де юро, это не статус беженца. Это придумают какой-то статус, чтобы этих людей не трогать. Теперь приезжают люди, которых уже в прошлом не впускали в Израиль. Так нельзя, конечно, говорить под эгидой того, что сейчас есть беженцы, и то, что там происходит, люди, которые годами не живут на Украине, но сейчас пользуются этой возможностью сюда приехать. Скорее всего, их будут продолжать не пускать. Михаил, ну вот эта ситуация, когда людей, которые приезжают, ну, якобы из Украины, но не напрямую, как вы сейчас объяснили. Действительно, ведь прямых рейсов-то нету, так что все, кто приезжает, они приезжают через третьи страны. Их выдворяют. По этому поводу был большой скандал. То есть недовольство высказывало правительство Украины, несколько раз высказывался посол Украины в Израиле. Он вообще, мы знаем, что он в свое время довольно такой резкой форме отозвался о нашем министре иностранных дел, что является, в принципе, тоже нонсенсом с дипломатической точки зрения. То есть, да, так сказать... раскритиковать, причем в грубой форме, министра иностранных дел страны пребывания, где ты находишься в качестве посла. И они постоянно выдвигают вот эти вот требования. То есть должен ли, на ваш взгляд, Израиль вводить какие-то квоты, или мы должны сейчас открыть вообще ворота и сказать, приезжайте все, кто хотите? Смотрите, вся Европа принимает беженцев, людей, которые покинули Украину. И есть там программы, и есть финансовые бюджеты для этого и так далее. Люди, кто выбирают приехать в Израиль, скорее всего, у них здесь есть знакомые, у них есть какие-то корни, не родственные, но есть какие-то что-то, что их сюда влечет. Каждое государство вправе назначить те количества, те цифры, те квоты беженцев, которых они готовы принять. И, по-моему, Израиль это делает. То, что Израиль это делает, может быть, не очень правильно. И взяло очень много времени, пока об этом стали говорить и стали принимать людей. Да, так есть критика на это. Но вполне возможно, что эти цифры увеличатся. Потому что, опять я говорю, когда была озвучена цифра 25 тысяч, из них 20 уже находились в Израиле, а 2,5 уже как-то приехали. Так что эта квота, поскольку я слышал сегодня в СМИ, она уже закрывается. Так что, в принципе, этой квотой закрыли вообще туризм. В том-то и дело, что нарушили договор с Украиной, о въезде в Израиль, потому что сказали, что все, кто приезжают, они беженцы, и поставили квоту, поэтому подали этот риск, этот богатство. Но опять-таки мы с вами уже... того, что происходит, мы с вами только что говорили, что туристов сейчас как бы вот, в общем-то нет. То есть правильно, человек, который отправляется в туристическую поездку по святым местам в тот момент, когда его страна воюет, это выглядит несколько странно, мягко говоря. Вы так думаете? Да. Вы так думаете? Мне вчера позвонили люди с Иордании, я уже не помню, или вчера, или сегодня утром, которых не впустили Мавар Аленби. Аленби это... пограничный переход Аленби, который находится на границе Израиля и Иордании. Да, так они позвонили нам. Секундочку, это люди откуда? То есть они в Иордании? С Украины, которые находятся сейчас в Иордании. То есть типа туристы? Да, так они сказали, нас не впустили.
Ну, конечно, уже в компьютерах стоит то, что их не впустили. Говорят, а если мы прилетим самолетом и скажем, что мы хотим просто погулять в святых местах в Иерусалиме? То есть, ну, типа, а пограничники такие идиоты, да, что они вот как бы в это сразу поверят? Да, понимаете, так что есть люди, которые думают, что это может пройти. Я думаю, что правильные – это те, кто приезжают. Они говорят, почему они сюда приехали. Все мы знаем, что там происходит. И мы по мере возможности, конечно, должны помогать. Это правильно. Но когда человек приходит и говорит, что он приехал в святые места, так, наверное, поэтому, соответственно, к нему так и относятся. Михаил, ну, опять-таки, встает вопрос. Израиль, ну, как бы не самое большое государство. И одно дело, когда Польша принимает беженцев, одно дело, когда принимает там другие страны, да, та же Германия. Но Израиль – это крошечная страна. То есть все-таки мы не должны вводить никаких ограничений, принимать вообще всех, кто приедет. Во-первых, мы должны принимать однозначно, и мы принимаем. Количество и условия – это должно решать правительство. Но герметически закрыть въезд этим людям – это невозможно, это неправильно. Мы уже с вами говорили о истории нашего народа. Мы не можем себе такое позволить. И тем более, что в Европе, кстати, я уверен, что это все делается за счет Евросоюза. Есть бюджеты. Я думаю, Израиль тоже получит бюджеты, если от Америки или от Евросоюза. Так что не думаю, что это все упадет на нас, на налогоплательщиков. А даже если да, то что поделать? Это ненормальная ситуация сейчас. Невозможно отвернуться от этих людей. И поэтому я уверен, что, соответственно, будут принимать решения, продолжать принимать этих людей. Михаил, а с точки зрения юридической, то есть вам наверняка сейчас обращается очень много граждан с Украины, то есть есть ситуации прямо вот действительно совершенно страшные, когда там, например, там глава семейства не может выехать, потому что все мужчины подлежат, так сказать, они являются военнообязанными, их не пропускают через границу, там приезжает, а там жена и ребенок, они не являются евреями по Галахе, или они не являются, так сказать, официально не состоят в браке. Мы таких историй сейчас слышим десятки, если не сотни. То есть есть ли возможность в таких ситуациях эти проблемы решить? Да, у нас на прошлой неделе был такой случай, когда сюда приехала молодая женщина с годовалым ребенком. И она была в прошлом в Израиле, выезжала всегда вовремя. 7 лет назад ее не впустили по разным причинам. Это не имеет значения, почему это было 7 лет назад. Ее мать живет в Израиле, она еще тоже окончательно не получила статус. И ее не впустили. И мне сегодня она уже в Израиле. Мы пробили это через суд, это было 2 тяжелых дня. Постоянно решение, просьба. Секундочку, решение. А вот эти 2 тяжелых дня, где находилась эта женщина с ребенком? В начале она находилась в терминале. То, что мы все видели. То есть в аэропорту Бен-Гуриона, да? Да, но потом, когда уже было понятно, что ее хотят депортировать, и только когда я теперь с ней невозможно связаться, я послал ей сообщение на телефон, то есть с этими, ну, с пограничниками ты на этот момент не можешь. Надо очень быстро действовать. Мы послали сообщение, что вот, есть адвокат, который готовит апелляцию, никуда ее не депортируйте. Как ни странно, мы получили ответ, мы ждем. Но что произошло в это время? Тогда, когда ее должны были, по идее, теоретически депортировать, ее вывели из зала ожидания в КПЗ. В аэропорту есть там КПЗ. Там есть решетка, там, ну, конечно, это не как к уголовникам относится, но все равно это человек только что был в самолете. Ну, да, женщина с маленьким ребенком, это, наверное, страшно. Вдруг находится, да, в условии ограничения, телефон у нее забирается, и это, в принципе, как тюрьма, в кавычках, там она находилась. Что еще невозможно не заметить, что аргументы нашей прокуратуры, то, что они отвечали в суд, в этот специальный трибунал, чтобы ее не впустить, они, это просто было унизительно. Что они только не делали, чтобы не впустить ее в Израиль. Ну, то есть они боролись уже за честь мундира, да? То есть они сделали как бы ошибку, но эту ошибку никогда, так сказать, бюрократической системе, они во всех странах мира, они одинаковы, поверьте. И они просто не хотели признать свою ошибку. Вплоть до того, они вообще не могут читать такие количество материалов. Они нам ответили, что они провели интервью на родном языке тех, кого они не впустили. И какое интервью можно провести с ребенком, которому 1,5 года? Они что, не читают документы?
Также написали. А, то есть они формально ответили, да, как в свое время? Да, мы допросили их на их родном языке и пришли к выводу, что они хотят здесь остаться. Особенно ребенок двухлетний. Ребенка, да. Я ответил, что, как ни странно, на все мои старания ребенок со мной ни на каком языке не хотел разговаривать. Ну, да. Потом они сказали, что этот ребенок уже был в Израиле, когда мать 7 лет тому назад не впустили. Кроме того, если бы эта мать хотела... То есть за 5 лет до своего рождения ребенок уже побывал, да, в Израиле. Это так работает, ничего нельзя поделать. Михаил, помните, в свое время у Райкина была замечательная фраза «запустить дурочку». Да, то есть вот ответить что-нибудь, а дальше там разбирайтесь. Они бросают в бой... в кавычках, все, что только можно и не можно. Они бросают все разные аргументы в суд. Так больше того, суд тоже принял наши аргументы, что если эта женщина хотела остаться нелегально в Израиле, у нее было 4 раза возможность это сделать. Она всегда вовремя выезжала. И, конечно, нашелся израильтянин, который подписал, что это на его ответственность. Гарантия, да? Да, и вложили залог. Да, вложили залог и их пустили. Но что самое интересное, расстояние между аэропортом и этим КПЗ, это может быть 500-600 метров. Взяло 12 часов, пока их отпустили. Даже в суде, в зале суда, или в том же Абу-Кабире, в тюрьме люди выходят раньше, когда есть решение суда. 12 часов их не выпускали. То есть после решения суда их еще 12 часов продержали. Да. Так что... Ну, я не собираюсь вам давать советы, конечно, это не моя прерогатива, но мне кажется, что она имеет право подать в суд за причинение ущерба, что 12 часов не могли исполнить распоряжение суда. Ну, теоретически, да, в принципе, этим никто не занимается, потому что сам факт, что ее впустили, это уже очень важно. Но условия и режим, в которых это происходит, это не добавляет нам почета, к сожалению. Михаил, последний вопрос, если можно покороче, потому что у нас, к сожалению, время подходит к концу, у нас следующий уже айтем на подходе. Мы знаем, что сейчас большое количество людей обращается, тех, кто имеет право, так сказать, на получение израильского гражданства. Это в разных странах мира, причем не только из Украины, с России сейчас очень большое количество поступают, так сказать, заявлений. Мы знаем, что в консульство в Москве практически не попасть, там очередь на полгода, если не больше, вперед. И сейчас ввели как бы послабление для, так сказать, для ускоренного процесса репатриации. Мы беседовали в этой студии, точнее в этом эфире, с консулом, заместителем директора НАТИФ. Он объяснял, что есть вот такие облегченные процедуры. Вы не могли бы пояснить еще, как это делается, буквально вот схематично? То есть что нужно? Первое, второе, третье, четвертое. Вот человек собирается приехать в Израиль, чтобы получить израильское гражданство. В стране исхода, там в Украине, в России, ну в Украине понятно, в России, там еще, там я не знаю, где еще, там в Латвии, в Эстонии, он не может сейчас быстро все получить, он приезжает просто в аэропорт. Здесь надо разделить страны. Все, что связано с Украиной, есть постановление 1-3 числа в письменном виде, что идти, есть очень большие облегчения, что люди приезжают сюда, вплоть до того, что примут документы без апостилей, и на данном этапе... То есть не требуется заверение документов, подтверждение документов при помощи апостиля? Конечно, так же, когда речь идет о справке о несудимости, на данном этапе тоже можно приехать без этого. Есть очень серьезные поблажки. Конечно, делается все, чтобы принять этих людей. Теперь все, что связано с другими странами, как Россия или Молдавия, не знаю, какая другая страна, нету в письменном виде директив, указаний. Вполне возможно, что эти директивы были выставлены сегодня утром или 2 часа тому назад. Я не знаю, потому что есть постоянная динамика. Но поблажки, очень сильные поблажки, они для тех, кто приезжает с Украины. Спрашивается вопрос, так как и государство Израиль было сказано, что покидайте Россию тоже, люди, кто имеет право на репатриацию. А быстро это сделать невозможно. Как вы сказали, невозможно пробиться в консульство. Люди могут приезжать сюда и пробовать подавать здесь, но реакция органов на границе, она может быть разная. Только если будет четко сказано, приезжайте в том же режиме, как с Украины, и подавайте документы. Только тогда можно сказать, что вот есть такое распоряжение. Понятно. А для приезжающих из России это не распространяется? А
Опять это можно этим воспользоваться, можно сюда прилететь. Но если на границе попасть на кого-то, кто решит развернуть человека, такое может произойти. Да. Пока нету письменного решения. Михаил, но сейчас я поясняю, мы беседовали с представителями «Натива». В настоящий момент в аэропорту Бен-Гуриона круглосуточно дежурит консул «Натива», который и в этом случае, прекрасно, если человека разворачивают там пограничники, он направляется к этому консулу, и консул имеет возможность провести, так сказать, легкую консульскую проверку. Для вот того, свежая информация, которую вы принесли, которой еще в СМИ, наверное, нет. Но есть еще один момент. Люди, которые имеют право на репатриацию, это тоже люди, которые по закону о возвращении, у которых есть еврейские корни. А самая проблематичная ситуация – это люди, которые замужем или женились на израильтянине. Что здесь совсем другая тема. Особенно, если это свежий брак. Ну, понятно, значит, Михаил, но это уже тема как бы другого романа. Это самая сложная, да, ситуация. Потому что это по закону надо подавать документы в консульство, и только когда разрешают приехать, тогда человеку можно приехать. Особенно, когда это свежий брак меньше года. Так что очень тяжело вот дать какую-то формулу, которая распространяется полностью на всех, тем более, что все в динамике меняется. Михаил, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с израильским адвокатом Михаилом Левитом. А мы продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье, программа «Тема дня». И мы сейчас побеседуем на вот такую интересную тему. Есть ли на Украине нацисты и антисемиты? И как мы, евреи, должны с этим жить? К нам в студию сейчас должен присоединиться Александр Ронкин, злой киргиз, и мы с ним обсудим эту тему. Он неоднократно выступал на эту тему, писал об этом, писал и в газете, которую он возглавляет, газета «Эхо израильская», и в социальных сетях, и на нашем сайте «Итон ТВ». И сейчас мы с ним это дело обсудим. А я пока поясню, что происходит последние события, которые публикуются в израильских средствах массовой информации. Да, вот, ну, это как бы уже не последнее событие, но как бы не могу не упомянуть. Италия заблокировала яхту российского олигарха Андрея Мельниченко. Но об этом уже передавали. Стоимость судна около 530 миллионов евро. Вы знаете, я когда читаю вот такие сообщения, особенно вот такие суммы, то есть, ну, я не хочу сказать, что этот олигарх эти деньги все украл. Это не мое дело, я не могу выдвигать такие обвинения. Для этого есть российское правосудие, пускай оно разбирается, откуда у него там 530 миллионов евро. Но я всегда в таких случаях сравниваю с Илоном Маском, человеком, который, ну, является одним из самых богатых людей в мире. И вот этот человек живет абсолютно скромно, ходит там в джинсах и в футболке, да, и все деньги вкладывает вот в свой бизнес, в производство, ему все время хочется что-то новое. Да? А на другой, так сказать, на другом полюсе находятся вот те самые олигархи, которые там золотые унитазы у себя там устанавливают, которые строят дворцы, которые, вы знаете, сейчас в Британии специальная служба проводит проверки недвижимости, которая принадлежит российским олигархам, и они просто в шоке, они публикуют данные, например, там у того же Абрамовича, какие у него, так сказать, активы находятся, там яхты, дворцы, квартиры, дома, особняки, и вот эта яхта за 530 миллионов евро. Ну, неужели вот эти 530 миллионов евро нельзя было потратить на что-нибудь, ну, скажем так, более полезного? Вы сами знаете, там заходишь на любой российский сайт, и обязательно там справа или слева поможем Ванечке, спасем ребенка, там собирают деньги на операцию, собирают деньги на какие-то лекарства. А тут 530 миллионов евро. Да эти деньги можно было потратить, я не знаю, там 10 больниц можно было построить на эти деньги. Нет, вот он отгрохал самую большую яхту, потому что теперь он ходит гордый, что у него яхта больше, чем у его там приятеля-олигарха там на целых 20 сантиметров. Это вот к вопросу о яхте. Ну, до этого вы знаете, что арестовали яхту Алишера Усманова в Германии. Но их не просто арестовывают, не то, что их не отбирают. Это просто накладывается арест, и этой яхтой или этой недвижимостью человек не может пользоваться. Но при этом, кстати, он обязан платить за ее содержание, он должен платить там за стоянку яхты.
На яхте находится экипаж. Кстати, на такой яхте экипаж, наверное, не маленький. Я так предполагаю, человек 15 как минимум. Вот, это, эти люди должны на этой яхте находиться. Соответственно, все расходы идут тоже. Ну, а сейчас вот к нам присоединяется Александр Ронкин. Под звук аплодисментов заходит в студию. Прикрепляет микрофон. И мы сейчас поговорим на эту тему. Так, микрофон там внизу. Саш. Да, и... Вот что обидно. Крупнейший в мире производитель пива корпорация Anheuser-Busch NB отказывается от всех финансовых поступлений от доли в российском подразделении. Об этом заявил глава компании Мишель Дукерис. По его словам, корпорация оказывает помощь 1800 сотрудников в Украине, их семьям, включая предоставление жилья, финансовую поддержку, и также передает гуманитарным организациям помощь для беженцев на сумму в 2 миллиона долларов. А тем временем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал российских бизнесменов не извлекать выгоду из экономической ситуации на войне и не завышать цены. Ну, вы знаете, вот призывы к бизнесменам не завышать цены, это, кстати, в Израиле это тоже происходило сравнительно недавно. Мы говорили о том, что наш министр иностранных дел, тоже, простите, министр финансов и министр экономики обращались к бизнесменам с тем, чтобы они не завышали цены. Вы знаете, это, конечно, разговоры в пользу бедных. Ситуацию можно регулировать только экономическими методами, а вот такие вот обращения, это, конечно, выглядит довольно странно. Александр Ронкин сражается пока тут с микрофоном. Да? Да, и мы надеемся, что сейчас скоро будет хорошо. МВД Украины сообщило, что под Ирпенем российские войска открыли огонь по иностранным журналистам. Убит 50-летний кинодокументалист. Мы об этом уже сообщали в нашем эфире. И с ним был еще корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который получил ранение. В Чернигове сообщают о ракетном ударе по 9-этажному дому. В Чернигове один человек погиб, еще один получил ранение. Мелитополь. Занятым российскими войсками Мелитополя мэром назначен депутат от пророссийского оппозиционного блока Галина Данильченко. Она уже выступила с заявлением по местным телеканалам, призвав жителей, не принимать участие в экстремистских акциях и сотрудничать с, так сказать, оккупационной администрацией. Но, так сказать, ассоциация, конечно, это вызывает соответствующие. И посмотрим, кто с ним будет сотрудничать. Министерство обороны Великобритании 13 марта выступило с оценкой ситуации. Они сообщают, что российская армия пытается окружить украинские войска на востоке, продвигаясь на Харьков на севере и Мариуполь на юге. Подразделения, наступающие из Крыма, пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в направлении Одессы. Россия платит высокую цену за каждое продвижение, поскольку украинские войска продолжают оказывать упорное сопротивление. Ну и мы уже говорили, что не оставляют попытки провести переговоры. Я в начале нашей программы говорил, что президент Зеленский предложил провести переговоры в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля, так сказать, поддержал это предложение. То есть Израиль готов принять вот эту вот миссию в Иерусалиме. Да, и, так сказать, осталось уговорить Ротшильда, как я уже говорил в начале нашей программы. Итак, есть ли на Украине нацисты и антисемиты, и как мы, евреи, должны с этим жить? Александр Ронкин, главный редактор газеты «Эхо» и директор телеканала «Этон ТВ». Привет. Добрый день. Все время говорят, вот постоянно нам в комментариях, как только мы публикуем какой-то материал, связанный, там, да, ролик, где видно разрушение, там, разрушенный Харьков, там, разрушенный еще какой-то город, напишут, а где же вы были 8 лет, когда вот бомбили людей на Донбассе? Но я хочу сразу же на опережение сыграть, я скажу, что Александр Ронкин был на Донбассе. Он от нашего канала принимал участие в качестве наблюдателя в выборах, которые проходили в Донецкой республике. Я как журналист. Как журналист он ездил, хорошо, так как журналист. И снял даже об этом фильм. Этот фильм выложен у нас на канале. Мы неоднократно писали и говорили о том, что происходит на Донбассе. Мы связывались там с журналистами, с жителями Донбасса. И об этом неоднократно говорили. И что? Но это абсолютно не подменяет того, что происходит сейчас. Итак. Абсолютно верно. Безусловно, в Украине националисты. Так, чуть-чуть повыше микрофончик приколи, а то как-то он совсем низко. Безусловно, на Украине националисты есть. Как, впрочем, они есть везде.
как есть антисемиты, как, впрочем, они есть и в России, да и вообще, собственно, везде. Националисты есть в Израиле, националисты есть в Германии, да. Националисты ну, есть везде, в Польше довольно в большом количестве. Давайте все завоюем. Только давайте как бы... Но если мы попробуем провести оценку количества антисемитов и националистов... Поголовье. Поголовье, да. Процентное соотношение к, к народу населению, то окажется, что это соотношение примерно одинаковое во всех странах. И тогда мы зададимся вопросом. Население России примерно в 3,5 раза, да, больше, чем население Украины. Собственно говоря, сегодня, когда Украине тыкают в глаза «уно, унсо», а мы еще к этому вернемся, и мы сейчас с этим будем разбираться, и Галичина тыкают в глаза, россияне забывают, что замечательная Красная Армия, в которой россияне, наверное, составляли, русские составляли чуть ли не по, там, может быть, 50% от всего состава, в количестве 5 миллионов сдалась в плен в первые дни войны и сформировали армию Власова, да, если вы помните. Россияне забывают, что на территории, оккупированной территории России, было такое количество полицаев и коллаборационистов, сотрудничающих с нацистами и убивавших евреев, что если мы опять же возьмем количество евреев... Ну не только евреев, они и коммунистов убивали. И коммунистов, да. Должное, да. Это было как бы через черточку писалось. Да? Евреев, цыган, коммунистов. Евреев, цыган, коммунистов. Если мы возьмем общее количество убитых коллаборационистами и полицаями на территории оккупированной России, у меня нет абсолютно точных цифр, но я совершенно знаю, что в процентном отношении количество убитых было больше. Но дело, собственно, не в этом. Апропо, когда мы выходим с роликами, которые не устраивают наших, по разным причинам наших российских зрителей и пророссийских зрителей, на нас обрушивается такое количество антисемитских комментариев, что если бы у меня были волосы, они бы встали дыбом. И поэтому, ребята, если вы хотите поискать нацистов и антисемитов, поищите их среди себя. Теперь второе. Где и когда и кто из вас видел, чтобы Итон ТВ писал или говорил что-то в оправдание нацистов на Украине? В оправдание УНО УНСО, в оправдание дивизии Галичины, что мы оправдываем эти фашистские марши. Мы это не забыли, мы помним и никогда не забудем. И будем говорить об этом. Но есть две вещи. Первое, что этих людей, как показали выборы, примерно 3% от населения Украины, это раз. И второе, что сейчас идет война. И Россия мало того, что напала на Украину совершенно как бы без видимых причин, но еще и гнусно использует эти термины фашисты, антисемиты, националисты в своих абсолютно гадких, корыстных, преступных интересах. Я бы, понятно, что этим людям, которые вот пишут такие вещи, объяснять им бесполезно, потому что они, половина из них боты, а половина из них конченые идиоты, извините за рифму. Что-то им объяснить невозможно, потому что у них абсолютно промыты мозги, а потом еще что удивляет, вы знаете, Александр, удивляет поразительный уровень неграмотности и неосведомленности об элементарной истории собственной страны. Они опираются на такие, казалось бы, факты в своих далеко идущих выводах, что просто думаешь, парень, я понимаю, что там вас так плохо учили в вашем Запердюйске,
Это ничего, кроме учебника для третьего класса, в котором было написано, что Россия никогда не начинала войну первой. Ты не читал? Но сегодня у тебя есть интернет. Пусть и наполовину заблокированный. Но зайди ты, почитай. Читать лень. Как началась российская, советско-финская война, да? И так далее, и так далее, и так далее. И кто начал Крымскую войну, и кто начал русско-японскую войну, и так далее, и так далее. И так. Начните вообще с Ермака. Как покорялась и присоединялась Сибирь? Как Ермак вырезал десятки тысяч, Ермак и его воинство, вырезал десятки тысяч якутов, чукчей, немцев? Они им до сих пор это помнят, ребята. Вы думаете, они забыли? У любого народа есть историческая память. Как помнят в Казахстане и в Кыргызстане, которые якобы добровольно присоединялись к России, как помнят русских генералов и шашки русских казаков. Помнят. Помнят и боятся. Пока боятся. Вы думаете, что чеченцы, когда уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров говорит, что он верный пехотинец Путина, ну, во-первых, как бы не все одного мнения с Рамзаном Ахматовичем, не все чеченцы, это одно. А второе, вы полагаете, что чеченских бойцов интересует как бы защита России? Вы думаете, они забыли россиянам, разбомбленный до пепла Грозный? У меня есть друзья среди чеченцев и среди ингушей. Кстати, надо обязательно отметить, что когда бомбили и утюжили Грозный, что в Грозном, в городе Грозном, еще при Советском Союзе, там, если я не ошибаюсь, процентов 70 населения были русскими. И что характерно было? Ну, так было я помню, понятно. Я это пытался объяснить израильтянам, меня спрашивали израильтяне, которые не говорят по-русски, они говорят, вот смотрите, в те времена, вот бомбят Грозный, значит, ну это вот он чеченцев, я им объясняю, нет, там чеченцев меньше половины, они говорят, как? А кого же он бомбит? Александр, есть а еще, бомбят своих. Есть еще, там есть еще один факт. Дело в том, что большое количество чеченцев, жителей Грозного, во время этих бомбежек уехало в свои родовые села, им было куда уехать. Многие из них не находились в городе. Пострадали их дома, пострадало их имущество. А чеченцы, вы же понимаете, сколько бы лет ни прошло, не простят и не забудут никогда. То же самое им теперь удалось сделать и с украинским народом. Тут я читал комментарии перед тем, как зашел сюда, к нашему стриму. Там говорят, пишут о том, что Украина должна уйти из России так же, как она вошла в СССР. Ребята, Украина вошла в СССР, скажем так, с Киевской Русью. То, что вы называете Русью, раньше называлось Киевская Русь. Александр, подстегните меня вопросом, а то я от возмущения начинаю как бы... Нет, возмущаться сильно не надо. А значит, вопрос в другом. Вопрос в том, что насколько вот эти все обвинения, то есть да, говорят там нацисты, там марши, там все время приводят, кстати, постоянного, так сказать, автора, кстати, наших программ, который у нас часто принимал участие в наших программах, Долинина, который писал об этих маршах, о оправдании бендеровцев, о том, что переименовывают улицы, так сказать, переименовывают населенные пункты, ставят памятники бендеровцам и вообще пособникам нацизма. Вот я сразу скажу, что это возмутительно, что если бы было мирное время, если бы не шла война, если бы Украина не дралась сейчас не только за свою свободу, а за свободу всей Европы,
то я бы первый кричал о том, что такую Украину нельзя принимать в Евросоюз. Пока у нас в Киеве есть бульвар Шухевича или памятники Бандеры, как бы я бы поставил условием приема в Евросоюз полное, так сказать, исключение и осуждение тех некоторых отдельных проявлений нацизма, которые они пытаются протащить в качестве своей как бы, истории. Да ладно с историей. Получается, что из-за того, что переименовывают улицы, мы сейчас разбомбим Харьков, в котором, опять-таки, больше половины населения русские, и которые никакого отношения к этому не имеют. Есть еще один замечательный факт. Уважаемые россияне, в Иерусалиме и в Израиле есть такое понятие «праведник мира». Праведника мира награждают тех граждан, в основном посмертно, естественно, которые во время Холокоста спасали и укрывали евреев. Так вот, спасали и укрывали от фашистов, естественно. Так вот, от дорогие друзья, от тех фашистов. Я открою вам глаза. Количество праведников мира из или с Украины чуть ли не в два раза больше, чем количество праведников мира из России. В два раза больше. Саш, но это говорит только об одном, что нельзя огульно обвинять весь народ. Конечно. То есть, точно так же, да, в Украине были нацисты, может быть, и есть наверняка нацисты. Есть нацисты, есть там бендеровцы, есть там где, но есть люди совершенно нормальные, есть люди, которые, так сказать, жертвовали собой и жертвовали, так сказать, своей семьей ради того, чтобы спасать других людей. И поэтому, когда идет обвинение, а вот мы их сейчас всех раздолбаем, потому что они все нацики, то это звучит по меньшей мере, глупо, а точнее, страшно. Они приводят в пример вот, российские люди с ограниченным представлением о мире, скажем так, да, и со своеобразной формой мышления, они говорят о том, что а батальон Айдар или Азов, ребята, видимо, батальон Айдар и Азов это такие сильные, сумасшедшие вооруженные формирования, которые явно уже не батальон, а целая армия. Которые больше, чем армия. На них Коношенко ссылается вообще в разных точках. Он все время говорит, вот там скрывались бойцы Азова. Потом, оп, в той стороне, да, мы разбомбили больницу, но это была не больница. Там скрывались бойцы Азова. В общем, как бы, подводя черту под моей основной мыслью, скажу, придет время, украинский народ победит, а он победит. Он уже победил, а я об этом говорил и буду говорить. Кстати, в Мелитополе они пытались собрать депутатов, чтобы проголосовали, в Херсоне, чтобы проголосовали и объявили Херсонскую Народную Республику. Ну, по примеру, ДНР и ВНР. Да. А депутаты им показали, в общем, то, что показали русскому кораблю. Так вот, когда украинский народ победит и вздохнет спокойно и начнет восстанавливать города... А, Савель, могу. Послушайте, ну это прелесть просто. Ну, я сейчас просто тут пока слушаю, я тут щелкаю, блокирую всяких дебилов, которые постоянно лезут с идиотскими этими самыми. Но вот это я должен прочитать. В два раза больше было праведников мира потому, что евреев жило больше. И поэтому было больше праведников. Это же так понятно, понимаешь? Да. Да. А если бы в Германии жило больше евреев, то и в Германии было бы больше праведников мира, да? То есть от этого все зависит. Ну, какая прелесть. Ну, как дети просто. Это вообще... Так вот, когда украинский народ одержит окончательную победу над российскими фашистами, тогда мы предъявим счет Украине... Уже как приятно чистить ленту, а вот от всего этого дерьма мы сейчас просто всплывающего... Мы предъявим счет Украине за эти... как бы националистические проявления. Мы не забудем. Мы этим займемся. Но не тогда, когда на маленьких украинских детей падают бомбу.
не тогда, когда происходят страшные, невероятные вещи, из-за которых нормальные обыватели, такие как я, в странах, находящихся далеко от этой зоны военного конфликта, спать не могут. Александр, я хочу спекулянуть своим сегодняшним положением и хочу прочитать нашим слушателям и зрителям одно стихотворение. Можно? Ну, попробуем. Но очень многие может. А я пока ассенизатором работаю. Да. Чищу ленту, потому что такое всплывает, что просто любо-дорого посмотреть. Вот такое вот стихотворение. Оно про таких, как я. В Тель-Авиве весна. Я нелепо сижу на диване, опасаюсь обжечься, пью свой чай с шоколадным сырком. Предо мной война на большом равнодушном экране. Кто-то падает в вечность, в эту грязную землю ничком. На смертельный салют я сижу и смотрю полусонно. Тихо блюдце дрожит, остывает расплесканный чай. Два мальчишки бегут по разбитой дороге Херсона, а их души уже улетают в свой маленький рай. Господа российские нацики, это то, что вы делаете. И не говорите мне, что украинские нацисты 8 лет отправляли в рай украинских детей. Подайте на них в суд, найдите их и убейте тех, кто убивал этих детей. Так, кстати, поступают в цивилизованных странах. Ловят бандитов и убийц. Но не наказывают весь народ. Не наказывают маленьких детей ковровым бомбометанием. Не дай вам Бог. Вы, видимо, просто забыли. Ваши бабушки, которые помнили, как на них сыпятся бомбы, они ворочаются в гробу от того, что вы делаете. Они сгорают от стыда там, на небе, когда видят, как прилетают маленькие ангелы из Херсона, из Киева. Остановитесь, господа, вы звери. Ну, мне хочется добавить, я замечательную фразу вычитал, что когда говорят, что воюют сейчас, российская армия воюет с потомками нацистов, я хочу уточнить, что российская армия сейчас в Украине воюет с потомками солдат Победы, которые воевали в советской армии и победили фашизм. Еще очень важная тема. У меня есть еще пара минут? Ну, пара буквально. По поводу того, что вот, это российские как бы комментаторы очень часто упрекают меня в том, что я и мы в целом как канал забываем, кто спас евреев в годы мировой войны. Ребята, я хочу еще раз вам напомнить. Откройте учебники. Загляните в наградные списки. В Красной Армии в годы войны воевали киргизы, армяне, казахи. Панфиловская дивизия была сформирована где? В Алма-Ате. Воевали евреи. И евреев воевало больше процентом отношения. В процентном отношении к народу больше всех. И посмотрите наградные списки, а если вам лень, поднимитесь на Мамаев курган, там списки всех как бы героев Советского Союза, и увидите, что в процентном отношении количество награжденных званием Героя Советского Союза было самым высоким среди всех народов СССР. И после этого вы возьмете свой язык, Не парламентских выражений не надо. Меня и мою семью спасли моих два деда, один из которых, имея профессорскую бронь, погиб в Керчи в первые месяцы войны, потому что он отказался от брони и пошел воевать в артиллерию, а второй мой дед-пехотинец призвался в Смоленске,
отступал до Москвы, а потом пришел в Берлин и расписался на берлинской, на Рейхстаге. И я никого и никому не должен быть благодарен за то, что, как бы, и никакому народу за то, что мы живы. Мы все вместе с вами, очнитесь, мы все вместе с вами должны быть благодарны всем нашим дедам, независимо от национальности, которые завоевывали эту победу. А еще не забудьте и британцев, и американцев, и солдат других армий. Александр, спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с Александром Ронкиным, главным редактором газеты «Эхо», главным редактором телеканала «Этон ТВ». Наша программа подошла к концу. Мы очень хорошо почистили ленту. Но самое интересное, что все твои аргументы ни к чему не привели. Продолжают писать, а как бомбили детей Донбасса? Ты об этом забыл. Мы в начале нашего эфира говорили, что не забыл. Он там был, он там был, он там снимал фильм, он там беседовал с людьми, он там брал интервью, был, и мы были. Но это не меняет один ничего. Факт, один важный факт. Господа, недавно один из ведущих телеканалов России, теперь запрещенный, обнародовал факт, что в 2020 году на Донбассе было убито 8 человек. 8! Да, это много, потому что каждый убитый человек – это много. Но 8, а не тысячи. А в 2021 – 5. 5! 5 и 8 – это 13, ребят. Тут за час больше гибнет. Окей, всего доброго. Наша программа подошла к концу. Если кому-то она не понравилась, ну что ж, господа, вас никто не заставляет смотреть «Этон ТВ». Смотрите Соловьева, смотрите Скобеевой, смотрите эти истерики, которые они там устраивают, заплевывая экран. А те, кто хотят смотреть и слушать правду, оставайтесь с нами. До свидания.